Кроме того, что на Ибице все ходят в белом и в неприлично коротких шортах, здесь все страсть как любят себя украшать. Но про татуировки Маня уже говорил. А я расскажу о менее радикальных способах украшательства. О всяких там бисюльках, браслетах, подвесках. Ну, вы поняли. Вот посмотрите, на каждом есть какое-то украшение, и не одно. Любой крутой тусовщик на Ибице должен как-то себя украшать. Грудь голая, не знаю, как я пойду вообще на вечеринку. Можно, конечно, накупить какой-то дешевой фигни на рынке. А можно подойти к этому вопросу со вкусом и по-богатому. Hi. Hello. May I help you? You're looking for something special? Yes. Is there any kind of a, I don't know, retribution style in the jewelries? Of course, yeah. Итак, слушаем и запоминаем, что и главное, как носят самые модные тусовщики на Ибице. They're really nice to match with your bracelets. That's really Ibiza style, you know, like actually in Ibiza for the moment it's everything. It's a fashion to mix even gold, silver, stone, fashion jewelry. You can just mix it up. Ты все поняли, да? То, что раньше считалось верхом безвкусицы и дурного тона, сейчас просто писк моды. Okay, and what's the top of the season this season? Then like long necklace with different designs. Oh, can you show it to me? Итак, как же нужно носить все это? And maybe we use some a shorter one to this length. What do you think about this one? Yeah, I like it. Yeah, with actually, feather. I like the next one with the I don't know what's that. With the turquoise. Yeah. Actually, that's a good combination. The only thing, maybe you can change your shirt. Uh-huh. It's done, or we can put something else. We can put something else. Okay. Да, мне нравится. Я чуть-чуть много, я почувствую себя Snoop Dogg'ом. Ooh, yeah. Миленько. И ни много ни мало 700 евро. I think that's enough. Особо импозантные тусовщики к этому всему могут подобрать еще пару браслетов и колец. Вот так вот на Ибице принято носить украшения. А я бы носил так. Чтобы все видели, какой я модный. И богат. You like it? Do you really think we have enough money for it? Денег-то мне хватит, но если честно, для меня это все как-то слишком. Не, на Ибице это круто так ходить, все висит на тебе, сверкает. Но это один день, дом так не походишь. Надо что-нибудь такое, не знаю, там, лаконичное какое-нибудь такое вот. Во! Музыкальное. Крутое. А такое? Okay, thank you. Thank you.